Все было бы грустно, если бы не радость, с которой сегодня сотрудники Национального музея принимали будущие экспонаты. Более крупный фрагмент, он принадлежит птицетазовому динозавру и представляет собой фрагмент лопатки. А несколько меньший по размеру предмет – это фрагмент бедренной кости. Вот. Какого динозавра, мы тоже сказать на сегодняшний день не можем. Слишком мелкий фрагмент. Эксперт оценил находку в 10 тысяч рублей. Сумма небольшая, однако с научной точки зрения она куда весомее. Более того, на Западе очень интересуются палеонтологическими предметами раскопок, и там, за границей, цены вырастают в разы. Потому нерадивые путешественники то и дело пытаются мериться хитростью с таможенниками. Хоть мы и минимизируем время проведения таможенного контроля, но у нас есть, допустим, те же рентгеновские установки везде, которые в том числе не только чемодан могут просветить, но и автомобили. У нас в понедельник было выявлено перемещение большой партии товаров народного потребления с сокрытием в тайнике. Чаще всего на границе с Монголией выявляют останки динозавров и мамонтов. В наушках чаще изымают крупные старинные самобытные товары, например, самовар. В аэропорту нередко задерживают граждан Китая, пытающихся вывести нумизматику, мелкие бюсты вождей. По закону предметы старше полувека относятся к культурным ценностям. С периодичностью раз в два года таможня передает подобные вещи историкам. Сегодня это еще и 20 монет – денежные единицы разных эпох и государств. Это так называемая таньга. Вот это денежная единица Бухарского эмирата. Вот существовало такое государство с середины 18 по 1920 годы на территории современной Средней Азии. Выходит, что государства нет, а деньги остались. А эти монеты сразу бросаются в глаза, манит их неподдельная старина – 12 век. Они на 400 лет старше той, что ранее считалось самой древней в коллекции музея. Ликуют нумизматы и историки. Пожалуй, осталось только дождаться, когда же экспонаты подготовят и выставят их на всеобщее обозрение горожан. Елена Краснопеева, Данил Дурхисанов, Новости дня.